Эй, бродяга, удачи тебе. Говорят, ты включаешь тот большой кристалл? Не хочу оказаться рядом, когда он пробудится. Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом, но никогда сама не видела. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Это ваш шанс. Прежним командиром был мой дед. Его называют основателем Блока 13. Когда Корень впервые напал, он собрал людей здесь, в Блоке 13. Он пытался узнать, откуда взялся Корень. Провел много времени в поисках. Однажды он не вернулся. Я так и не узнала, что с ним стало. Снаружи Блока 13 есть комната. Записи в ней могут помочь в его поисках. Он мог быть последним, кто знал, как добраться до Атолла. Послушайте. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Но вы справились. Ради нас. Я благодарна. Если захотите вернуться в Блок 13, мы всегда будем вам рады.
Thank you.
Yeah. Эй, мы так и не познакомились, как следует. Я Реджинальд Малоун, но можешь звать меня Реджи. Если нужно прикупить что-нибудь полезное или поправить здоровье, я тот, кто тебе нужен. Или можем обменяться историями. Только свои приготовь. Да, я люблю поболтать. Да брось, вся соль всегда в деталях, в подробностях. Наконец-то новое лицо. А то тут сейчас все мрачнее тучи. Но не так-то просто держать себя в руках со всеми этими тварями вокруг. Будь добрее, когда можешь. Тогда и жить легче. Слушай, тебе ведь удалось нам помочь. Сегодня ты настоящий герой Блока 13. Продолжай дарить надежду. Давай глянем. Удачи! Здравствуй! Да,
Мы запустили реактор. Теперь совсем другое дело. Одна я ни за что бы не справилась. Жалко, что Лесса не нашли. Видимо, мой талисман ему не помог. Его больше нет. Нужно двигаться дальше. Если вдруг найдешь что-то ценное, неси мне. Предложу хорошую цену. Береги себя. Как дела? До встречи. Что? Ну, давай глянем. Ага, иди уже. Иди уже. Что тебе нужно? До встречи. Здравствуй. Только лучше. Удачи. Yeah.
Ugh!